Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам о одном облачном майнинге, на который я наткнулся совсем недавно и уже приобрел небольшую скорость для проверочки. Bitcoin Cloud Mining. Также сайт здесь можете почитать. Также имеется перевод на русский язык. Рассказывается, какие гарантии, что как идет. Тут можете посмотреть видео по облачному майнингу, рассказ, что такое облачный майнинг, вот скорость, скрипт алгоритма, биткоин майнер SHA-256 и скрипт плюс скрипт N-майнер. То есть две скорости сразу. Вот расценочки $9.95 за 1 мегахэш, это скрипт SHA-256, за 10 гигахэш $4.45. Ну и скрипт плюс скрипт N-майнер скоро появится по цене 11.95 за 1 мегахэш. Ну, регистрация тут простецкая. Сейчас мы выйдем. Нажмете сюда. Регистрация. Введете почтовый адрес. Выберите адрес почтовый. Email. Выберите страну, в которой проживаете. Введете пароль и повторите пароль, нажмете вот на кнопочку регистрация. Регистр. Я уже зарегистрирован. Как видите, 1/100 тегахэша скорость у меня приобретена. Ну, то есть самая минималка. Это, ну, грубо говоря, $4.5. Ну, вот уже прошли начисления. Это за третий день. За 3 дня. Минимальный вывод у них тут. Почитайте в разделе. Частые вопросы. Они берут комиссию 0,3 биткоина. Ну и все, что остальное сверху, будет 0,3 биткоина, приходит к вам на счет. Также здесь как связаться. Адрес ихний. Сайт зарегистрирован в Польше 2014 года. Кажется, до 15 декабря. И, ну, аккаунт у них, домен продлен до 15 декабря 2015 года. Сайт, как вы можете видеть, находится сейчас в бета-тестировании. Тестируется пока еще, ну и работает. Ну, тут вы можете посмотреть историю начислений. Сколько было на майнинг она направлена. Сколько сняли сатошиков. Комиссия за поддержание.
Здесь можете купить алгоритм, скорость алгоритма США. Выставляете бегунок, нажимаете далее. Здесь вводите код, нажимаете продолжить покупку, если имеется такой. Вернемся назад. Вставляем далее. Без кода ставим. И нажимаем далее. Оплата через биткоин. Оплата с баланса. Оплата банковским переводом. Оплата кредитной картой. Оплата веб-мани имеется у них. Также зайдете в настройки, укажете свой адрес кошелька. И что еще у них, ну тут заполните поля обязательные. Что у них? А при смене, если вы вдруг поменяли адрес выплат, на который будут приходить деньги, то получается там на 2 недели блокируется вывод. Майнится тут разная криптовалюта. На алгоритме США 256 майнится биткоин и криптовалюта, которая добывается на этом алгоритме. На алгоритме скрипт майнится Dogecoin, ну и вся криптовалюта, которая майнится на алгоритме скрипт. Ну и скриптен то же самое, в принципе. Вся криптовалюта, которая майнится на алгоритме скриптен. Что преимущество, в чем этого облачного майнинга? Так, давайте мы неоплаченную покупочку удалим таким образом. По поводу оплаты прочитайте в разделе «Свяжитесь с нами». Не «Свяжитесь с нами», извиняюсь, а в разделе «Частые вопросы». Тут все подробно написано. Что, как. В принципе, труда не должно составить затруднения каких-то. Преимущество этого сайта в том, что, ну, здесь я только поменял, вы можете только поменять пулы SHA-256, допустим, да, я вот поменял сегодня, ну, раз в сутки могу поменять только пулы. Здесь какое преимущество, вот, как вы видите, выбирается, можно выбрать разные пулы, ну, для алгоритм скрипт одни пулы, для США другие, ну там какие-то повторяются, как вы видите по названию здесь Legius и GHashIO. Ну вот смотрим, Legius нету, да, ну вот GHashIO имеется, ну, потому что этот пул такой, он добывает несколько видов криптовалют, да, в том числе и биткоин. Здесь также все это указано, мультипулы. В чем разница? Здесь вы выводить можете только в биткоинах. Тут получается
продается вся криптовалюта, которую вы намайнили, и выплачивается вам именно биткоинами. Тут также бегуночек можете установить, насколько пул, в какую скорость выставить. Можно по-разному. Можете средний оставить, тут выбрать, в принципе, тут выборы есть, и поэкспериментировать можно, какой пул, какая криптовалюта, в каких комбинациях удобнее все это майнить. Ну и нажмете кнопочку сохранить. Ну и как видите, как уже я вам показал, здесь то, что вы можете менять пулы только раз в сутки. Здесь прогноз доходности со скоростью имеющей. Вот за сегодня. За сегодняшние сутки должно будет капнуть 12162 биткоина. Это со скоростью 10 гигахэш. Здесь также можете почитать о компании. Вот. Что это подразделение компании. Когда я увидел эту компанию, подразделение, каким они являются, чьим они являются, я просто вспомнил, что эта фирма HashCoins продает оборудование для майнинга. Они должны были открыть облачный майнинг. Ну вот, видимо, они открыли, тут изменить пока не изменили. Телефон, как вы видите, что здесь, что здесь, одинаковый. Также дали, ну все, и адрес, все. Просто я откуда знаю эту компанию, просто слежу за презентациями, за конференциями по биткоину. И эта фирма была представлена на ноябрьской пресс-конференции в Петербурге. В принципе, если кого интересует, можете вбить в поисковике, найти эту презентацию, конференцию, посмотреть, увидите там. Ну, в принципе, вот, можете увидеть, какая стоимость оборудования. Ну и также, в принципе, все. По этому сайту мы пробежались. Все посмотрели. Оплата за оборудование, за электроэнергию 1 цент. С 1 мегахэша, 1 цент с 10 гигахэша, 2 цента с 1 мегахэша с криптен. Но этого пока еще нет облака. Ну и в принципе все на этом.
ознакомлением мы пробежались, выводы пока я не делал. Следите за новостями, за Ютубом, подписывайтесь на канал. Как будет выплата, посмотрим, через сколько они ее сделают и через какое сколько времени займет вывод. Как все это быстро будет происходить. Ну и удачных вам заработков в мире криптовалют.